Ну, привет, дружище, усаживайся поудобнее. Не знаю, будет тебе интересно это видео или нет, но сегодня настал тот знаменательный день, когда можно взять и опустошить шар. Шарик. Шаричек. Шарюшушечек. Вот так вот. Так что давай, если ты уже опустошил свой шар, лепи лайк. Что у нас получается? Что у нас, друзья, получается? Остается 5 часов до конца акции. И пора бы нам узнать, как я тут последнее время фармил-то игру, елки-палки. На самом деле, скажу честно, не очень, потому что обилие ресурсов тебя, скажем так, немного демотивирует ходить по расписанию в игру и так далее. Кайф начинаешь ловить не от фарминга, а от каких-то, не знаю, других вещей. Иногда задумываешься, правда, от каких вещей. Ну, на Веслоухом, я думаю, мы полностью заберем, а вот по поводу Тунца, конечно, большие вопросы. Хотя сейчас шар был невероятно долго, и, конечно, для меня будет большущее удивление, если я на Тунце не смогу полностью все забрать. Ну, начинаем, конечно, непосредственно с моего основного аккаунта. Так, тут что у нас? Ну, не буду же я квест на видео делать, а? Ребята, это же совсем будет, да, зашкварно? Типа, знаешь... Взял, записал видео, замутить квест. Это, согласитесь, будет странно. Определенно. Кстати, да, я не знаю, когда я выложу это видео. Уже выложу тогда, когда вы забудете про шар. И очень интересно, уже вышло обновление. Но пока что по поводу нового шара ничего не известно, ничего не слышно. Но я буду надеяться, что разработчики, скажем так, они нас не обломают и придумают что-то новенькое. Но, конечно, хотелось бы, чтобы кое-что изменили. Я вам сейчас расскажу, что именно. Заходим сюда. Фармил, фармил. Давай, давай сначала, на всякий случай, заберем то, что мне нужно. То, что самое ценное. Самое ценное для меня это, конечно же, скины на ратуши. Забираем. Далее, что у нас идет следующее по ценности, это вот эти вот камушки. Их тоже забираем. Их тоже забираем. А дальше, ну, допустим, вот эти камни. Так, что у нас еще остается? Ну, на сердцеедку, если честно, пофиг. На скины тоже пофиг. Давайте заберем вот эту вот штукенцию. Опа, вот так вот. Вот. Опа, смотри, уже не хватает. То есть, видишь, я обосрался. Это показатель того, как я фармлю игру. Все. Все, я бомж. Я бомж, короче. Прикиньте, а я-то думал, заберу, вон он как долго было. А тут получается что? То есть, если раньше я фармил, там, не знаю, по 5, ну, сколько можно было, фармил квестов. А сейчас, а какой понт фармить? Ну, блин, ресурсов хватает. Так думаешь, а нафига? О, если у меня на Веслоухом так все грустно, то значит, на Тунце вообще полная задница будет. Но ничего страшного. Давай, открываем вот эту вот штукенцию. Хотелось бы, чтобы вот эту вот штуку разработчики подправили. Потому что, ну, елки-палки. Помню, первый шар был. Там прикольно награды падали, да. Там и самоцветов можно было подзаработать и так далее. И взяли, они все это дело понерфили. Причем, ну, выглядит реально глупо. Потому что, ну, даже если здесь они заложат хороший шанс выпадения каких-то нужных ресурсов, самой дорогой слизи, да, самоцветов по 50, то все равно никто не обломается. Или стой, у меня такое чувство, как будто они вообще убрали отсюда. Нет, смотри, вот эта штука есть, да, но она никаким образом не хочет выпадать. Это на самом деле неприятная, странная такая ситуация, которую хотелось бы взять и изменить. Ну давай. Все. Что? Ну. Окей. Открыли. Теперь у нас целая куча хурмы. 850 кгшек. Очень круто. Вот это вот просто замечательно. 6 тысяч. 7 тысяч. Ну, то есть, как бы... Прям... А по факту, да, 400 сундуков. А что они дают, эти 400 сундуков? Что они дают? Ну давай мы сейчас ратушу обменяем. Силушка сразу прибавляется у нас. Слушай, конкретно у нас силушка прибавляется. Меня это радует. А дальше. Дальше. Кстати, эту сторожевую башню зачем-то не забрал. Вроде ее на халяву давали.
А я ее не забрал, думаю, она нахер она мне нужна? А она-то силу прибавляет, это я лоханулся. Ладно, ладно, разгильдяйски я начал относиться к игре, но тем не менее это нам сейчас не помешает взять и перейти, к примеру, на того же тунца, хотя давай чуть-чуть ударю. Это наркомания. Все герои есть, все равно бью, выбиваю гаргула, но меня это не может остановить. Давай еще, профессор Рибит, который нахер не нужен. Ладно, ладненько, полетели. Захват окна. Заходим сюда, сюда, сюда. А вы не видите, куда я захожу. А я перехожу на аккаунт Тунса. Захват. Вот, знаешь, по приколу-ка. По приколу, если честно. Вы пишите, блин, вы полностью забрали шар или нет? Или вы так же, да, как и я, по распиздяйски фармили игру? Ну, на Тунсе будет вообще, конечно, полная задница. Потому что все-таки чаще отдаю предпочтение и главенствующую роль основному аккаунту. Хотя, бесспорно, тунец основной аккаунт. Но, ребят, вы тоже поставьте меня, себя в мое положение. Одно дело, когда у вас один аккаунт, и совершенно другое дело, когда у вас два аккаунта, еще YouTube-канал, и как бы... Ладно, забираем. Слушай, на скины... Ну, как бы ратушу, это сразу. Скинореса, я даже не знаю... Камушки тоже сразу. Потом вот эти камушки сразу. Дальше вот эти камушки сразу. Вот эти камушки сразу. Что у нас тут еще получается? Сердцеедку. Скин на сердцеедку. А, слушай. Прикинь. Ну все. Сосамбу. У меня все закончилось. Я бомж. Вот такие... Вот такие вот дела. Что, а что у нас по ништякам на Тунце? Давай-ка сейчас все пооткрываем. Закрываем. Открываем. Так. Так. Блин, обосрался. Так нормально, обосрался. Хоть видос не выкладывай. Но я, походу, каждый шар просираю. Я говорю, типа, мне нравится, когда в комментариях часто пишут, вот, как тунец так быстро качает силу. Вот я играю столько же или дольше, у меня сила меньше, чем у тунца. Серьезно? Тунец, я не знаю, ну, то есть, сколько существует тунец, но у меня никогда не получалось фармить его полноценно на 100%, как единственный основной, допустим, аккаунт. Если бы здесь играл конкретно человек, у кого был бы только тунец, и это был бы чисто его основной аккаунт, то... скажем так, тунец бы уже там давно был очень крут по силе, я думаю, приближался бы легко уже к 300 тысячам силы, у него бы была бы целая куча ресурсов, не было бы так, как сейчас. Но при этом очень часто до сих пор вижу комментарии, блин, тут тунец меня обогнал по силе, а как это так? Слушай, посмотри, 777, да? А? Вот так вот эти вот все карточки были бы отфармлены, смотри. А, просвет бы был бы у всех допов. 80-й. Но никак не 24-й. Но я, конечно, вот так вот я хожу. Да, захожу в игру, если не забываю. Я вот так вот залетаю, короче. И прокачиваю просветик. Уже, видите, многим прокачал. Так потихоньку сила растет. Но радует, что есть что качать. Потому что на веслоухом там уже особо-то просветы не прокачаешь. Слушай, давай-ка я кое-что сейчас гляну. Смотрители. Опа, я могу улучшить смотрители. И меня это радует. Все равно, благодаря шару, тунец подкачает силушку. Замечательно. Смотри, уже 200, почти 210 тысяч силы и 35 уровень. Казалось бы, недавно у меня смотрители на веслоухом были 35 уровня. Слушай, ну-ка подожди, а давай-ка... Быстро залетим на Веслоухово. Может, и там хватит прокачать? Хотя там уже цифры такие просто конские в плане данных ресурсов. Но сейчас глянем на всякий случай. Вот. А, лайк-то поставили, да? Там не забыли, короче. А то я сидел, вот руки свои вот держал. И... Ну, хотя, подожди, на Тунце я могу хоть там все забрать. У меня 170 карточек, 170 карточек волны. Вот, но я думаю, что как бы основное мы на Тунце забрали, и думаю, можно не париться. При желании, да,
я бы все карточки промотал бы и везде бы все забрал бы. Но что-то вот мне пока не хочется. А заходим, куда мы заходим? А заходим мы в смотрителей 38-го. Смотрите, на Тунце 35-й, а на супердонатном аккаунте, куда вложено, я шатал сколько денег, 38-й. Царь, 899 не хватает. А дальше. Здесь 4 не хватает. А здесь хватает. Что-то с красным мне больше везет. Напишите в комментариях, какой у вас смотритель обычно первее прокачивается. Слушай, ну еще денек, и остальные прокачаю, еще силушки заработаю. За счет смотрителя я уже приближусь к 500 тысячам силы. Дамы и господа, я думаю, что на этом все. И я вам пожелаю огромнейшей удачи. Вот такой вот видосик, я его записываю. То есть, вот когда под конец шарика. Как вы думаете, добавят нам еще шар разработчики или не добавят? Желаю вам огромнейшей удачи. Не будьте такими распиздяями, как я. И всем пока.